Вот Танины козлики подросли. Смотрите, какие они уже стали большие, уже с рожками, уже все. Вон они, видите, и никто не умер. И когда Таня кормила не из сосочки, а из блюдечка, там у меня столько возмущений писали, что нужно кормить в таком возрасте только. Вон они. Все как один. Красавцы. Один лучше другого. Так что все в порядке, ребята. Приучайте своих детей к правильному питанию с раннего возраста. Вот она, и коза довольна, и мы молоко стали получать, и нормально козлики себя чувствуют. Он на искусственном вскармливании. Да! Ай, хорошие какие! Вон она их как целует, вылизывает. Вылизывает, любит их. Вон они все, они такие любопытные. Только к ним подходишь, они сразу: так, кто это? Что это? Что хотели? Вот. Что такое? Это мои. Мои дети. Да, это мои дети. Привет, Сереж! Как дела? Помаши ручкой в камеру. Молодец, умничка.